Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России растет число преступлений, в которых фигурируют арендованные легковые автомобили. Как сообщает российская газета, на такие машины выписываются фальшивые доверенности, а затем оформляются дубликаты паспортов транспортных средств. Далее авто выставляется на продажу. Если покупатель не обратит внимания на то, что ПТС не оригинальный, сделка, скорее всего, состоится. Трасса 101. Недавно госавтоинспекция сообщала об огромном количестве российских водителей, которые передвигаются на автомобилях, оформленных на умерших людей. То есть, как правило, родственник скончался, а машина осталась на нем. Это есть нарушение правил регистрации транспортных средств, что чревато штрафом в размере от 500 до 800 рублей. Кроме того, применяется снятие номеров. Актуально это и для Кировской области, информирует управление ГИБДД. С начала года за игнорирование норм о постановке авто на учет к ответственности были привлечены более 1500 кировских водителей. Трасса 101. Один из депутатов Госдумы предложил снизить транспортный налог в этом году на четверть. По мнению парламентария, это было бы разумно. Многие автовладельцы за руль во время ограничений не садились. Так за что же они должны платить? Напомню, что транспортный налог за 2020 мы получим примерно через год. Трасса 101. В Москве в скором времени появится возможность дистанционно обжаловать штрафы ГИБДД. Сделать это можно будет через мобильное приложение. Напомню, что процедуру обжалования взысканий давно хотят завести на портал госуслуг, и, кажется, уже поправки Госдума приняла в первом чтении. Однако дело застопорилось. Видимо, все ресурсы тратятся на борьбу с коронавирусом и на подготовку референдума по Конституции. Трасса 101. Новые автомобили дорожают и дорожают. В первой половине июня цены на свою продукцию увеличили почти 20 автопроизводителей, в том числе отечественных. УАЗ, например, добавил до 4%, Subaru до 7% с лишним. Toyota, Kia, Volkswagen и другие до 3% на отдельные модели и комплектации. Самое большое повышение, порядка 10%, коснулось Chevrolet и Cadillac. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.